А кто это у нас тут проснулся? Эми, ты пожрать вышла? Эми целый день спала и теперь решила покушать. Вышла такая, глаза прищурила. Смотрю, морда высунула. Глаза полузакрыты. Такая носиком дергает, нюхает. Каперка висит у нас тут. Эми, ты решила перекусить? Лапу сними. Лапу сними с тарелки. Смотрите, глаза закрывают. Вот Соня. Но пожрать это святое, да? Сон сном, а еда едой. Обед обедом. Это Маша ночью на кухне. Маш, хочешь на себя посмотреть ночью на кухне? Не успею. Все. Эмичка, привет! Ты меня увидела? Привет, Зойка, иди сюда. Привет! Лапусечка! Вот, все. Всем пока. Нет, нет, еще, пожалуй, погуляю. А, надо вход подрыть, чтобы никто не заглядывал. Никто не заглядывал, ничего тут не мешал, да, спать. Нарыть тут горку такую нужно обязательно. Да, или вход закрыть. Вдруг враги. Вдруг враги. Враги нам не нужны, нет. Эми, ты купаться будешь в песочке? Не сейчас. Позже. Приходите завтра. А птички сегодня налетались, да? Теперь отдыхают. Тош, заяц мой, привет. Ташуня. Хочу теперь вот эту штуку купить с белым дном или прозрачным. Белую купалку. Вот я вспомнила, что я хотела в зоомагазине. Надо записать, а то опять забуду. А знаете, где у нас улитки живут? В шкафу. Смотрите, как удобно. Раз. Здесь единорожек. Эй, а ты чего не ел? Вчера положила морковку. Что наши ретики тут? Тоже не особо они. Не любят они морковку. Я им иногда все равно даю, потому что там витамины другие, им тоже нужно. Классно, ягель так смотрится в контейнере, мне нравится. Раз. И все. А что это ты там лайма кушаешь? Ягель? Сухой ягель, да? Я им вчера дала кусочек ягеля сухого, и лайма так его потрошила радостно. Но потом она его скинула вниз на пол, ну а с пола они как бы не достают ничего с клетки. И сегодня я этот ягель взяла, его как бы пальцами перетерла и туда в кормушку, в основную их засунула, насыпала. Смотрите, с каким удовольствием кушает лайма. А он очень полезный, кстати. Тоша, зайчик мой. Вы сегодня гуляли, да? Гуляли? Да, ягель мы любим. А ягель продается у нас в зоомагазине. Мы его продаем как товары для улиток. Но, как выяснилось, мох, например, нравится очень хомякам. Вы видели в прошлом видео, как Эми его тянула к себе за щеки и в домик. А ягель очень полезный. Я ягель еще Эми не давала. Я думаю, что на него тоже будет хорошая реакция. Но вот птички с удовольствием едят. Ягель даже показано пить при простудах. Заваривать и пить как чай людям. Там очень много пробиотик или что там, Маш, на нем находится. Там очень-очень-очень богатый состав, он слишком полезный прям. И лайма, похоже, это знает. Класс. Посмотри, она просто его поедает.
Да, супер. Пакетик Ягеля литровый стоит 70 гривен у нас в интернет-магазине. Его надолго хватает. Это вот такой маленький-маленький пучок. Я раскрошила буквально столовая ложка. Ну а там большой объем. Поэтому, купив такой пакетик, вам очень надолго хватит на птичку или на две, или на три. Тоша, а ты ягель не хочешь поклевать? Давай. Тоша, тебе тоже надо. Красивые мои птички. Все, лайма наелась ягеля. Надо им еще мел повесить и сепию. Не могу где-то найти после переезда. Ничего, найду. Найду, повешу. Не найду, куплю в магазине. О. Тошик, иди поешь. Попробуй. Полезная штука. Получила. Лайма опять пошла перекус. Там хорошо в холодильнике. Да, в холодильник хорошо. Маш, ну не стой там так долго, ты что? Тоже красивый мальчик, да. Улыбнись. Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jess Life Pets и нажми на колокольчик.